Они уже рядом. Я слышу этих ублюдков, скрывающихся в ночной темноте. Они идут за мной. Идут для того, чтобы запихнуть в чертов механический костюм. Чтобы я умер там от удушья. Или удара током. Уже 4 ночи подряд я провел в этом гребаном заведении. 4 ночи подряд я спасался от них. 4 гребаные ночи они не дают мне покоя. Теперь они уже ни перед чем не остановятся. Я знаю это. Господи. Зачем я устроился на эту работу? Зачем? 120 баксов за 5 ночей. 5 ночей этого ужаса. Я думал, что это халява. Посижу в комнате охраны до утра. Всего-то. Но я не мог знать, что тут творится. Не мог знать, что эти механические куклы какие-то хреновые убийцы. Тебе нечего беспокоиться, здесь ничего не происходит. Говорили мне, когда я только устроился сюда. Как же. Эти мрази непростые игрушки. Они гораздо умнее. Они действуют по плану. Подкрадываются к моей комнате. Выжидают. Каждую ночь они подбираются все ближе и ближе. Они хотят убить меня. И они это сделают. Боже, если бы мне не были так нужны деньги, я бы уволился в первый же день. Но эта дыра – единственное место, куда меня приняли. И у меня нет другого выхода. Фредди. Этот сраный медведь всем этим руководит. Я знаю это. Эта тварь – самый умный из них всех. Он прячется так, чтобы его было практически невозможно заметить на камерах. Его даже незаметно присветила лампа у входной двери в мою комнату. И он каждый раз играет эту мелодию. Эту чертову мелодию, предвещающую мою скорую кончину. Сейчас я вижу, как его глаза светятся в комнате 1C. Он уже близко. Заяц и птица уже 2-й час шатаются около моих дверей. Они шумят, гудят и топают с обоих сторон. Я не могу надолго закрывать двери, потому что тогда электричество расходуется слишком быстро. Я в ужасе сижу с открытыми дверями, битый час слыша, как они передвигаются на своих механических лапах в темноте. И ничего не могу сделать, кроме как на жалкий миг захлопнуть титановые двери перед их носом. Электричество уже близится к 0, а на часах еще только 3. Я не успею. Я не доживу до утра. Каждый драгоценный процент убывает слишком быстро. Я уже не смотрю в камеры, не закрываю двери, не включаю свет. Я знаю, что это бесполезно. Я просто жду своей участи. Примерно через 15 минут электричество кончилось. Как бы я ни старался его сберечь, комната погрузилась в темноту. В левом дверном проеме появилась мерзкая рожа медведя, освещаемая прерывистым светом глаз лампочек. Из открытой пасти торчат большие белые зубы. Он уставился на меня, играя свою проклятую песенку. Кажется, сердце вот-вот выскочит из груди. По лицу стекает капля пота. Я смотрю на его морду, не в силах пошевелиться от страха. Через несколько мгновений все окончательно погружается во тьму. Я не вижу ничего дальше собственного носа. Я могу только слышать, как он заходит в комнату. Как он шевелит механическими суставами. Меня трясет. Но вот он затихает, готовясь схватить меня. Несколько секунд я неподвижно сижу в темноте. Вдруг перед моим лицом резко мелькает физиономия медведя, издающим дикий крик.